Как известно, на ремонт сочинских дорог выделены как краевые средства, так и городские. Муниципалитет взял на себя обязательства по выполнению ямочных ремонтов и выделил на эти цели 36 миллионов рублей. За счет этих средств планируют залатать колдобины и ухабы на 96 городских улицах. 56 из них уже обновлены. Сегодня на очереди Пластунская. Данный участок дороги не производился ремонт, ну, последний, наверное, на моей памяти лет 6-7. Это точно. Поэтому и было принято решение главой города привести ее полностью в нормативное состояние. Это ямочный ремонт, но мы стараемся делать ямочный ремонт не ямками, которые мы привыкли видеть, а полностью перекрывать. Большими картами, большими участками, чтобы не было у нас здесь какая-то липуха там, какая-то там. Чтобы было целиком новое покрытие. Ремонтируют дороги в городе и по наказам депутатов. Таких в списке 15, 9 уже заасфальтированы. За счет краевых средств, а это 580 миллионов рублей, новую жизнь получат 46 улиц. По поручению главы Сочи, там работы завершатся до 15 июня, то есть до основного заезда туристов. Кстати, в этот список также попадает улица Пластунская. Это значит, что чуть позже здесь асфальтовое покрытие заменят полностью. Конечно, это приятно. Наконец-то будет хорошая дорога. Очень-очень сложно было, но сейчас будет лучше, надеемся. Лисилидзе, Олимпийская, Макаренко, Вологодская, Краснопролетарская. Ремонт дорог ведется по всему Большому Сочи. Полный перечень улиц, включенных в программу ремонта в этом году, размещен на сайте администрации города. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.